Вот тут вот находится такой домик. У него вот с этой стороны вот висит кошек. Медведик висит, вот. Такие вот замечательные фигурки, вот. Тут вот уточка, кошечка. Цветочки стоят в вазочке. Очень такой красивый домик. Сейчас я его покажу. Вот так вот, вы видите, тут машина, поэтому слишком далеко от домика отходить нельзя. Поэтому покажу вот так, как могу на домике. Медведики влюбленные. Влюбленные, закоханные медведики вот на домике. Домик такой красивый. Очень красивый домик. Я сейчас присяду, покажу его и снизу, потому что снизу тоже красиво посмотреть, что тут будет. Ну а домик красиво смотрится и так, и так. В общем. Вот. Это вот фигурка короля льва. Он сидит в кресле. Я его трогать не буду. А вот это его охраняет ангелочек. Ангел какой-то, хранитель, короче. Я не знаю имя этого ангела, но... Ну, вот так вот и есть. Вот. Такой вот замечательный домик. Вот. Тут. Вот это. Для цветов вот такая вот штучка. Такая с возвышением. Такая. Сделано все красиво. Вот. Кстати, вот этот вот домик. Домик. У него есть маленькая-маленькая лавочка. Под размер домика. И еще. Тут его охраняют вот такие вот собаки. Собаки, они вот такие вот мягкие. Вот. Одна из них девочка, она розовая. А это, походу, два мальчика. Вот. Вот это вот тут находится такая туя, вот тут такая находится. А вот это вот тут такой этот, птица сделан. У него внутри кукла сидит поломанная по этой птице. А вот это тоже такое возвышение. Это возвышение идет для цветов. Вот. Тут так красиво все сделано. Ничего не надо вообще трогать. Чтобы оно не сломалось. Сейчас через дорогу перейду, покажу дальше. Вот, переходя через дорогу, тут вот такие вот колеса. Это вот там находится. Вот это вот через дорогу. Через... Тут такое возвышение. Это кажется, что оно темное. На самом деле оно такого цвета. Просто на нем сидит медведик так красиво. Вот как... Сделано это специально так. Делали из камня, из дерева. Соединяли для того, чтобы тут было так красиво. Вот. Вот тут-то тоже такая статуя. Статуя такая с цветочками. Дальше за этой статуей я тоже покажу все. Но... Чуть-чуть позднее. Сейчас я хочу уделить время вот такому вот заборчику. По окану вот. Тут вот цветок растет в горшке. А это кот. Вот это вот кот в сапогах. Кот в сапогах. А это какой-то другой кот. Но тоже кот. Я их не трогаю. Они тут, может быть, коронавирусные. Может еще тфу-тфу-тфу какие. Посмотреть красиво, а трогать не надо. Вот это вот свинья, они сделаны из бутылок. Вот. Там свиньи, вот свиньи, это по-разному сделано, но они сделаны из бутылок. Вот тут такая коняка. Вот.
сейчас покажу другого ракурса, как эти свиньи тут красиво смотрятся. Просто краска пробуплялась. Они не грязные свиньи. Это куст. Кусты мы тоже любим. Кусты мы любим тоже. Поэтому продолжаем смотреть видео. Дальше за вот этим вот парканом вот находятся вот тут вот фигурки. Я их приблизил, поэтому сейчас от мутности избавлюсь. Ой, что какое-то мутное все. От мутности надо избавиться, но почему-то не дается мне пока. Вот. Тут и Сонечку, и еще какая-то фигурка, и грибочек сделан. Я не буду там топтаться, вы же понимаете, тут загорожено. Поэтому только приближая мутно, я могу что-то показать. Чтобы не затаптывать. Вы же понимаете, тут вот цветы, а что тут? Еще что-то. Мы продолжаем смотреть видео. Тут сделан такой грибочек, а на нем сидит пчелка. Пчелка такая красивая, на нем сидит цветная. Цветная сидит пчелка, да. Вот. Как красиво оно смотрится. Мы продолжаем показывать спереди. Вот. Спереди тут сидит тоже такая животное, собака, потом еще кто-то тут сидит. Короче, сами разбирайтесь, что это за животное. Бенгальский тигр, там слон и жираф. Жираф с длинной шеей. Мне особенно лицо у этого жирафа нравится. Поэтому оно как наискосок вот. Он такой не Мелман. Как есть жираф Мелман, так это не Мелман, это другой какой-то жираф. Сейчас я вот решил показать. И тут как бы красиво вообще. Очень да. Дальше мы продолжаем снимать. Это люк. Люк тут накрывает вот такая вот черепаха. И придумали же так. Красиво, да. Согласен. Согласен. Все придумали красиво. Красиво, красиво. А вот тут вот сидит такой заяц. Зайца тоже придумали красиво. А мы продолжаем. Тут сидит уточка. Уточка сидит в платочке, как в сказке про уточку. Вообще, балдеж, как ее взять, не мутно? Я не мутно ее показать не могу. Качка, короче. Думаю, с другой стороны можно подойти показать не мутно. Но я пока об этом заранее говорить не буду. Если смогу, сами увидите, показал я или нет. Вот. Пока мы продолжаем снимать забор, продолжаем показывать цветочки. Вот. Тут вот тоже такая дорожка. И так красиво все повешено. Вот. Просто чтобы вещи не выкидать, тут их так красиво сделали. Это шарик. Шарик такой сделан тут красивый. Вот. Сверху его видно. Не очень хорошо, мутно, но тоже видно. Вот тут просто затейники. Молодцы. Красавцы. Вот такие поделки. Это не просто нарисовано, это сделано поделкой. Поделкой сделано. Выложено все. Это специально делали из какой-то материала, вот. Чтобы вот такой зайчик за деревом стоит. Я не знаю, как его за деревом рисовали. Но получилось очень
Красиво так, на подвале нарисовали вот. Вот, на подвале. Сейчас мы продолжаем снимать. Я немножко отвлекся на вот эту сторону, но это не значит, что не надо показывать вот эту сторону. Тут вот такие чобит. Сапожок тут. Такой красивый. Согласен, да. Уточку я обещал подойти. Показать, не приближая. Тут, думаю, зайти можно. Вот, с этой стороны к уточке пройти можно. Вот, такая уточка. Ну, а уже вот тут вот ангелочек лежит. И лисичка. Лисичка-сестричка. Хитрюшка такая. А вот это вот начинаются птички. Вот это начинаются вот тут. Вот такие замечательные птички. Вот эта птичка, как всегда, сидит кто-то внутри. Он привязан, чтобы не украли. Вот эта птица. Ну, вы понимаете, пойдут, украдут. Никто ничего своего делать не хочет. А пойдут, украдут чужое. Я недавно рассказывал в видео, что у меня украли дерево. Поэтому, если что-то не приделано, быстренько пойдут и украдут. Вот. Как-то так. А вот это сделано из бутылок. Из обычной трубы. Резиновой. Вот такая вот красота. Вот такие вот красивые цветочки сделаны. Корешечка берется бутылочкой. Получаются такие васильки. Или подснежники. Ну, в общем, что-то вот там, такого рода получается, чтобы ничего не затоптать. Идем дальше, дальше. Идем по травке, стараясь не затоптать ни один цветочек. Потому что цветочки мы должны уважать. Кто-то их выкладывает. Кто-то высаживает, выделывает. Это же все похоже на дерево, на цветы. А на самом-то деле это из чего-то поделки. Вот это вот не настоящее. Тут вот как оно. Вот. Ух. Какая красота. Да. Красота, конечно, конкретная. Согласен, да. Вот тут сидит на пенечке девочка. Девочка тут сидит такая на пенечке. Ну вот цветы такие серые, их плохо видно на видео. Но все-таки цветы тут тоже есть. Это кто-то свои ботинки выкинул, их покрасили, положили сюда Буратино, Пиноккио по-нашему называется Буратино. И получилось вот так вот, как бы и красиво. Чтобы ботинки не воняли, их покрасили краской. И чтобы они не облуплялись. И вот как-то вот смотрится тоже красиво. Красиво вот такое живописное видео. Живописное видео. И птичка тут, и всё. Я таких видео, к сожалению, не смогу много писать. Потому что такие дворы надо знать, куда идти, как идти, где они находятся. Чтобы иметь возможность снимать. Вот это соседняя грядка. Что показывает, что в соседней грядке рядом вот.
Уже никто себе ничего такого не делал. Это кто-то лично сам себе делал вот такую вот красоту. Всем спасибо за просмотр. А мы продолжаем снимать видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы продолжаем снимать видео. Видео, конечно, обзор вот этого вот закончился. Хотя, вот, я хотел показать вот тут еще вот такую замечательную кошку черную. С белым пятном на голове. Она, наверное, трехцветная. Или какая вот. Ну и хотел еще показать вот эту вот птицу, которую издалека видно плохо. Отсюда птицу видно в самый раз вот. Дальше мы продолжаем снимать видео. Видео уже конец. Конец. Чтобы вы понимали, что вот из ящиков делали тут такой поезд. Поезд. Вот. Это вот поезд. Красота, конечно, неописуемая. Это зонтик, парасолька. Миша, тут и парасольку положили. Я сейчас не могу абсолютно все показать. Поэтому буду показывать частями. Тут немножко листья, никто не убирал. Они для перегноя лежат. Это надо уже уточнять по шерстению. Я таким не увлекаюсь. По сождению. Вот. Вот тут. Колесами обгорожено, чтобы не заходить. Но я хочу зайти и показать. Вот тут вот рыбка сидит в колесе. Да потому что как же красиво выложено. И мелко, что издалека это не увидишь. Но все-таки не нарушая этой красоты, видно все и так. Довольно красиво. Сейчас отойду. Последняя завершальная вот машина на этом видео. И вот эти вот игрушки. Собственно, на них вот что отломано на этих машинках, не важно. Потому что машинка смотрится вот так, если не приближать. Не приближать. Красиво вот. Как я и обещал, вот этот вот будет конец, но еще подождите до конца вот. На дереве тут висит вот такая красивая штучка с лампадкой. Это чтобы молиться Богу, и он охранял этот дом от воров, от напасти, от чего-то плохого вот, чтобы охранял дом. Вот тут такая вот красота. Чтобы ничего не поломать, вот показываю. Вот это вот какой-то квадрокоптер. Квадрокоптер какой-то вот тут вот. На нем сидит тоже лев. Мягкий такой, большой лев. Но лев сидит так. А квадрокоптер он стоит с цветами. На него листья нападали.
Ну вы понимаете, он детский, он не настоящий. Вверху вот над этим, на дереве, вот такие висят две фигурки. Всем спасибо за просмотр еще раз. Вот эти вот орлы, это, вот такие вот красивые вообще птицы. Вот. Они с поднятыми крыльями. С поднятыми крыльями, вот. Видно их вообще, я думаю, хорошо, но не так, чтобы идеально, но я думаю, их видно разборчиво. Я думаю, их было видно разборчиво. Висят они, если отойти вот так вот, то висят они на дереве. Издалека, если не наступать вот сюда, не проходить к кустам, то их будет не видно. Всем спасибо за просмотр. И не забывайте ставить лайки. Потому что я замечаю, что когда люди смотрят, многие забывают поставить лайк. А лайки забывать ставить не надо. И переходите на следующее видео, которое будет вам предлагать вот это видео в конце. Я думаю, вам будет тоже так же интересно. Потому что я показывал не один двор, а много. Подписывайтесь на канал и смотрите все дворы, которые я показал. Потому что я буду показывать еще дворы, до которых я еще не доехал, не дошел. Или просто не дворы, а в общем, площадки или что-то другое, что есть тоже интересное. Я буду показывать в следующих видео.